Добрый день, дорогие зрители канала! Сегодня с вами ESET Smart, и в данном видео мы рассмотрим, сколько оперативной памяти можно подключить на наш системный блок. Сколько же оперативной памяти можно подключить? Ведь у нас много оперативной памяти, и мы хотим подключить на наш системный блок. Самое главное, в первую очередь, вы должны зайти на официальный сайт производителя. На официальный сайт производителя вашей материнской платы. Вы можете узнать, посмотрев на саму материнскую плату, здесь вот написано Astrog P67 Pro 3. И на официальном сайте вы переходите в спецификацию и смотрите, сколько оперативной памяти он поддержит, максимальное количество. То есть эта материнская плата Astrog P67 Pro 3 поддерживает до 32 гигабайт оперативной памяти. Foxconn, модель его здесь написан, также на самой материнской плате H55MXV. Сколько же здесь оперативной памяти поддержит? На официальном сайте производителя написано 8 гигабайт максимальной оперативной памяти он поддержит. То есть вам больше 8 гигов сюда не поставите. Также стоит учесть, сколько у вас мест для подключения оперативной памяти. У меня здесь два слота расширения для подключения оперативной памяти. Вот оно у меня. Первая, вот у меня вторая. То есть мне можно поставить 4 плюс 4 гигабайта оперативной памяти. И это 8 гигабайт максимально. Больше он не будет поддерживать. 8 гигабайт в оперативной памяти. Сюда подключаете в первую 4, во вторую 4. Также вам не мешает подключить 2 плюс 2 гигабайта оперативной памяти. Или 2 гигабайта плюс 1 гигабайт оперативной памяти. Или 1 гигабайт плюс 1 гигабайт. То есть максимальное количество оперативной памяти у вас 8 гигабайт. Сюда можно подключить. На этой материнской плате, это у нас Asrock, здесь у нас 4 слота для подключения оперативной памяти. Если мы приглядимся, то 1, 2, 3, 4. То есть 4 места для подключения оперативной памяти. Максимальное количество у нас 32 гигабайта. Если так присмотреться, то можно на каждый из этих слотов подключить 8. Это у нас 32 гигабайта оперативной памяти. Вы можете закупить одинаковые планки оперативной памяти DDR3 и подключить сюда. Вы можете посмотреть на сайте производителя список поддерживаемой памяти. И сюда подключаете по 8 гигабайт на каждый из слотов. Также вы должны знать, что у вас оперативная память может быть DDR3 или DDR2, как у меня. Это у меня DDR2. А это у нас DDR3. Сейчас уже есть и DDR4. У меня здесь поддерживается до 32 гигабайт, а у меня здесь установлено 4,2 гигабайта, 4 гигабайта, 4 гигабайта и 4 гигабайта. И это у меня 14 гигабайт оперативной памяти, то есть уже установлено. Если вы так приглядимся, то они все 4 планки заняты. Теперь вы знаете максимальное количество оперативной памяти, сколько он поддерживает. Вы должны смотреть на официальном сайте. Ну, большинстве пользователям и 16 гигабайт хватает, но мне можно подключить 32 гигабайт АЗУ. Смотрите сами, как вам выгодно. 2 по 8 гигабайта или по 16 гигабайт 32. То есть две планки. У меня здесь 4 планки, что хорошо. И я могу подключить сюда 2 гигабайта, 4 гигабайта, 1 гигабайт могу подключить. Или 8 гигабайт могу подключить. Лучше выбирать одинаковую память. Теперь вы знаете, друзья, сколько оперативной памяти можно подключить на ваш системный блок. А с вами был ESET Smart. Ставим лайки и подписываемся.